Однажды я не успела подготовиться к зачету и призналась этому преподавателю. Он сказал, я не переживал и пришла на следующей неделе. А потом он сказал, больше шанса не будет, поэтому лучше не пить. Не пьет лазарья. Я растерялась, ничего не ответила, а ведь я не думала пьеть. Пить лазарья – значит жаловаться на судьбу, представлять себя несчастным и обездоленным, часто притворно, для того, чтобы получить выгоду. До революционной России профессиональные нищие стояли у храмов и просили милостыню. Они отождествляли себя с лазарем, при этом жили намного лучше других. Поэтому и пошло такое выражение «петь лазаря» с целью разжалобить кого-либо, чтобы получить свою выгоду. На арабском языке это звучит так «латитмаскан» ау «латамуль хайдир харакат» ла анну марахим шельхал «латитмаскан лахтатитмаккан».